Только по работе в Дагестане ограничено движение транспорта. Запрет на передвижение коснулся личного транспорта граждан, нарушивших режим самоизоляции. Исключение составят автомобили сотрудников, которые обязаны быть на рабочем месте. Не попадает под ограничение грузовой транспорт, который осуществляет жизнеобеспечение населения. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Отмечу, сотрудники полиции проводят проверки на въездах всех населенных пунктов. Нарушители должны будут вернуться домой, то есть к месту фактического проживания. При обнаружении в салоне автомобиля пассажиров, нахождение которых вне мест самоизоляции запрещено, соответствующим указом главы Республики Дагестан, нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административной ответственности. Орган нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. МВД Дагестана призывает граждан ответственно отнестись к своему здоровью и не подвергать опасности благополучия и жизнь окружающих.